В связи с решением Национального банка повысить базовую ставку рефинансирования до 11% с 1 апреля могут увеличиться кредиты с плавающей ставкой вознаграждения. К данной категории относятся и те заемщики, которые брали займы, когда ставки рефинансирования ставка составляла 5,5%. Однако, как отметил главный банкир страны, доля таких заемщиков не превышает 0,5% от общего числа договоров по всему Казахстану. В этих условиях понятно, что это речь идет о небольшом количестве. Тем не менее, мы провели всю необходимую работу с теми банками, которые такие кредиты имели. Они предлагают уже решение своим заемщикам, поэтому, я думаю, там ухудшение у этих заемщиков не произойдет. Напомню, что 1 апреля завершается период освоения средств банками второго уровня по программе рефинансирования ипотечных займов. Программа была принята правительством 2 года назад по поручению президента. По состоянию на 1 марта подано более 27 тысяч заявок, из них одобрены более 20 тысяч на сумму, превышающую 123 миллиарда тенге. Вместе с тем, как отмечает регулятор, у населения остается возможность рефинансировать ипотечные займы и после 1 апреля. Это возможно за счет средств, которые идут от погашения ранее рефинансированных займов. Период составляет 10 лет с момента размещения денег от вкладов.